Сейчас у нас на дворе зима, и несмотря на это, у нас тепло. Но мы не в Калининграде на этот раз. Мы на берегу Средиземного моря. Почему мы здесь, это отдельная история. Я, наверное, Америку вам не открою. Не догадаетесь, почему. Вот. Проходим мимо бесчисленных отелей. Кругом какие-то птицы поют, пальмы. Ну а так, в принципе, ребята, я вам скажу, климат такой, знаете, воздух такой приятный. Дышишь, не надышишься. В Калининграде, если начинаешь дышать, он прям, когда приезжаешь, долго не бываешь в Калининграде, запах такой плесени, грибов. Чем в Калининграде пахнет? Плесени, грибами, у них вот теплый, влажный, но теплый. Ну да, все-таки играет момент то, что все-таки это юг. Но я думаю, летом я бы тут не выдержал, если 40 там, с лишним градусов жары, это нереально. Ну а так, зимой нормально. Посмотрим, что из себя представляет это море с пляжем. Пальмочки вот такие. Сходим на пляж. Позырим, что у нас тут. Вот я уже отсюда вижу, что, блин, слава богу, нет этих уродских волнорезов, как в Зеленоградске. И уж тем более в Светлогорске. Прям от моря прям чувствуется, тепло такое идет. Очень тепло. Здорово. Теплый воздух. А вон там далее целый лесок пальм. Ну вот смотрите, ребята, как бы зима, да, краски яркие тут. Просто загляденье. Все такое, знаете, сочное. Прям матрица, которая вот это все создала, прям кто-то ее прям хорошо прорисовал. Не поскупился на краски. Ну и, конечно же, небо. Оно тоже низко над морем висит. И это здорово. Здорово. Мне нравится здесь. Семье моей тоже нравится. Ну как вам тут нравится? О, великолепно. Класс. Класс. Ну как я уже говорил, летом бы я сюда не поехал. Посмотрите, какая красота. Вот такие вот небольшие буи, видимо, огораживающие пространство, где можно купаться. Вот поплавки, видите, и нить уходит куда-то в песок. Пойдем дальше. Вышка спасателя. Все как надо. Красный флаг. У нас либо синий, либо черный. Здесь красный. Смотрю, тенты все стянули. Видимо, уже не очень сезон купальный. Туристы разъехались. Кстати, ребята, в отеле, где мы живем, очень-очень много немецких пенсионеров. И вот даже сейчас проходим, я везде слышу немецкую речь. То есть они очень любят этот отель, да, где мы живем. Ой, ну что говорить. Это довольно-таки, раньше бы я думал, было бы странно выглядело, когда, ну, увидел, что пенсионеры только и делают, что пьют, играют в бинго и развлекаются. А теперь я понимаю, в принципе, понимаю, почему европейские пенсионеры загнивающей Европы в
выезжают в Турцию, живут тут месяцами, в то время как наши пенсионеры, не знаю, летом стоят раком на огородах, а все остальное время сидят по домам, там, считая копейки от пенсии. Блин, я обязательно сегодня поставлю видео, где как развлекаются немецкие пенсионеры. Отелей, я вам скажу, натыкано прям один к одному. Вы знаете, был во многих курортных зонах каких-то. Вот что в Сибири Шерегеш, лыжный курорт, что Зеленоградск, что Светлогорск, что в Алтае. Везде жажда заработать денег. Отель примыкает к отелю прям чуть ли не стена к стене. Потому что, ну, грех не использовать это, чтобы не заработать. Оно понятно, просто тебе как туристу повезет, заселишься ли ты в комнату с видом на море, либо с видом на другое окно. Вам, наверное, не знаю, передает, нет, вода такого нежно-бирюзового цвета, но ближе к берегу она такого песчаного цвета поднимает песок с моря, а в основном она там вдалеке нежно-бирюзового цвета. Конечно, янтарь мы здесь не найдем, да, он нам не нужен. Скажу вам по секрету, мне этот янтарь уже вот здесь лежит. О, ворона, она и в Африке ворона. Идем дальше гулять. Видимо, был какой-то прибой или что, смотрите. Ой. Ага. Это я слышал, что в Турции горят леса. И вот. Смотрите, какая роскошная красавица стоит на побережье. И специально лавочка внизу для фотографий. И посидеть удобно. От палящего солнца защищает. Кто-то фисташек здесь нагрыз. Сигарет набросал. Вчера. А что ты с ней по-английски заговорила вдруг? А? С чего это вдруг? Подальше, чтобы было видно красивую пальму. Нас сейчас будут фотографировать. Уходи дальше. Дальше. Нас сейчас будут фотографировать. О, кири-кири. Смотрите, кто к нам пришел. Какой товарищ. Реферант. Это так необычно. Да? Я еще и катался. Ой, можно тоже присяду? Ой, присаживайтесь, можно. Посидите. Хороший такой, хорошая такая аллея. Великолепные птички поют. Вот, такая штука вот теперь на время, не знаю, не на время будет. Буду такую штуку обнимать вместо березок любимых. Как-нибудь без березок проживу. Хорошая такая была тренировка жизни в Калининграде, чтобы, не знаю, бывать в таких местах, скажем, влажность легко переносится, скажу вам. Потому что, приехав из Сибири, например, да, в Калининград,
сложновато поначалу было, пока акклиматизируешься. Сибирь — это такой резко континентальный климат, а Калининград все же он такой морской климат, да, морской, приморский. Влажность, циклоны, шторма. Какие-то стручки растут непонятные. Да, почти что тропики. Никого нет, место пустует. Лезть, что ли, Короче, везде пишут: остановите Путина и остановите войну. Да, тут и добавить нечего, как бы. Без комментариев, чё уж. Я думаю, сейчас мы еще маленечко пройдемся по набережной и пойдем, наверное, уже в сторону отеля. Есть фрукты, рыбу, пить коктейли, тюлениться, валяться. Ладно, еще поснимаем море. Думаю, завтра погодка будет получше, может, даже еще успеем и искупаться. А пока двигаемся по этой странной тропе в сторону нашего отеля. Вот такое вот оно, Средиземное море. Пальмы, растительность новая для нас. Ну, я понимаю, конечно, кто-то из вас, друзья, там десятки раз был в Турции, там жарился, как вобла на солнце. Нас как-то миновала сия история. Будем восполнять потихоньку. Двигаем на юга. На севере мы уже пожили. Посмотрим, что хорошего несут нам теплое море и пальмы. Ладно, до встречи в отеле.